Всем здравствуйте! Давайте начнем расслаблять наше тело. Собираем лопатки и выравниваем спину. Садимся удобно и с выдохом опускаем голову к правому плечу. На вдох поднимаемся наверх и с выдохом расслабляем шею в сторону. Не прикладывайте усилий, просто расслабляйтесь. А теперь останьтесь внизу, расслабьте шею и дышите ровно. Под собственным весом положите правую руку на голову, а левую вытяните в сторону, как будто вы упираетесь в стену. Натяните левую руку, а правой не давим на голову. Опускаем взгляд вниз, смотрим диагональ. И переводим руку на макушку. Расслабляем шею вниз. Возвращаемся в исходное положение. И все то же самое делаем в другую сторону. С выдохом опускаем голову, расслабляем шею. Теперь снова задержитесь внизу, расслабьте шею, ложите левую руку наверх, а правую опять вытянули, оперлись в стену. Левой рукой не давим, под собственным весом положили ее на голову. Посмотрите вниз в диагональ и переведите руку на макушку. Возвращаемся в исходное положение и делаем полукруг головой вперед. Только вперед. И в центре останавливаемся. Назад мы голову не закидываем. Только вперед. И остановились в центре. И еще раз к правому плечу. И остановились. К левому. Стоп. И еще раз вниз. Остановились. И опять. Остановились в центре и делаем наклон головы вниз. С выдохом расслабились и на вдох поднимаемся. Выдох опустились, вдох вернулись в центр. Выдох вниз и на вдох вернулись. Расслабьте шею и положите две руки на голову. Помните, не давим. Под собственным весом опустили руки наверх. А теперь расслабляемся вперед, округляем спину. И на вдох поднимаемся наверх. Еще раз выдох, потянулись вперед, округлились, расслабились. И на вдох поднялись наверх. Еще два раза. На выдох округлились, расслабились. И на вдох поднимаемся наверх. И последний раз выдох вперед. И вдох, вернулись в исходное положение. Охватываем руками стопы
и округляем спину, тянемся назад, выдыхаем. На вдох выныриваем, выравниваем спину наверх. И еще раз выдох, округлились назад. И на вдох вынырнули вперед. Еще таких два раза. Выдох назад. И вдох наверх, потянулись макушкой в потолок. Последний раз. Округлились назад. И выровнялись. Здесь остались в исходном положении. Потянулись макушкой в потолок. А теперь правая рука тянется в сторону. Плечи опущены на одной линии. Дышим. И тянемся рукой в сторону. Растягиваем наше плечо. А теперь то же самое с левой. Потянулись в сторону. Не поднимаем плечи. Они находятся на одной линии. Ставим руки на плечи. И делаем круговые вращения вперед. Еще вперед. Стоп. Заводим правую руку назад. И остаемся в таком положении. Самое с левой завели назад. Свели лопатки, держим ровную спину. Раскрутились в центр. Заводим правую ногу назад. Левую оставляем в центре и стопу прикладываем к колену. Делаем наклон в сторону. И зачерпывающие движения тазом вперед, потянулись наверх. Еще раз наклон в сторону. И прогнулись в грудном отделе, потянулись вперед тазом. Еще таких два раза наклон. И выводим таз вперед. Прогибаемся в грудном отделе. И последний раз. Наклон. Остались в центре. Все то же самое на другую сторону. Заводим левую назад, а правую стопу устремляем к колену. И делаем наклон в сторону. И прогибаемся вперед. В грудном отделе тянемся рукой. Еще таких три раза. Наклон, спина ровная. На наклон у нас выдох. А теперь делаем вдох. Складываем стопы вместе. Устремляем колени в пол, а макушкой тянемся в потолок. Спина ровная. Можно охватить руками наши носки. Остаемся в таком положении. А теперь тянемся вперед. И ровной спиной наверх. Выдох вперед. И поднимаемся наверх.
Еще вперед. И наверх вдох. Выдох вперед. Остаемся в центре. А теперь просто удобно садимся. Вытягиваем ноги перед собой. Весь тело переносим назад. Садимся на копчик. Сводим лопатки, выравниваем спину. И работаем сейчас носками. На вдох потянули на себя. И на выдох от себя. Вдох к себе. И на выдох вытянули от себя. Не забывайте, спина ровная. Задержались, вытянули носки от себя, натянули, держим ровную спинку и можно слегка оторвать пятки от пола. Расслабили ноги и с круглой спиной через одно колено опускаемся назад. Ложимся на коврик. Левой ногой делаем круговые движения в сторону. Разрабатываем тазобедренный сустав. Подтянули коленку наверх. Сделали круг. Тянем колено к полу и выравниваем. Еще колено к себе в сторону и выровняли. И еще к себе круг. Выровняли. Продолжаем. На вдох колено к себе и на выдох рисуем круг. А теперь прижимаем колено к корпусу с выдохом. Задерживаемся в таком положении. Правую ногу выпрямляем. Левая у нас подтянута к себе. И дышим. А теперь две руки ныряют под колено. И вытягиваем пятку в потолок. Пытаемся выровнять колено левой ноги. И дышим. Правую не сгибаем, расслабляем левую, заводим руку за колено и тянем в пол. Плечи у нас плотно прижаты к коврику, они не отрываются. Вам не обязательно сейчас дотягиваться коленом в пол. Возвращаемся в центр. Все то же самое делаем с правой. На вдох подтянули колено к себе, на выдох нарисовали круг. И выдох. Опустили вниз. И еще вдох к себе, выдох в сторону. Таких еще 4 раза. И еще 3. Осталось 2. Рисуем круг и опускаем плавно вниз. Последний раз. А теперь с выдохом подтягиваем колено к себе максимально близко. Левую ногу при этом не сгибаем в колене. Она остается у нас на полу. То же самое. Обе руки под колено и выровнять пятку в потолок. Тянемся пяткой в потолок, дышим ровно.
согнули ногу в колени, левая рука за колено и потянулись коленом в пол. Плечи при этом не отрываем от коврика, лопатки плотно прижаты к коврику. Правую руку отвели в сторону. Дышим. Возвращаемся в центр. Обе ноги подтянули к себе и делаем перекаты на коврике. Округлили спину. Прижали колени к себе. Остались наверху. Снова разворачиваемся в центр. Разводим стопы в стороны. Носки натягиваем от себя. Вес тела переносим назад. Садимся на копчик. И с выдохом делаем наклон в сторону правой ноги. Открываемся, тянем грудной отдел вперед. Взгляд направляем наверх. Смотрим в потолок. И теперь через низ возвращаемся наверх. То же самое. С выдохом наклон влево. Тянем грудной отдел вперед. Раскрылись. Под рукой мы должны видеть потолок. Дотягиваемся по возможности рукой к пальцам ног и через центр круглой спиной поднимаемся. А теперь с выдохом потянулись еще раз вперед. Спинка ровная. Не округляемся. А теперь круглой спиной поднимаемся в центр. Сводим ноги вместе. И левую ногу сгибаем в колени. С выдохом смотрим назад, раскручиваем грудной отдел. То же самое на другую сторону. Правую коленку подтянули. И с выдохом левая рука за колено, правой потянулись назад. Дышим. И возвращаемся в центр. Делаем вдох, поднимаемся наверх и с выдохом ровной спиной тянемся к носкам. Еще раз наверх, вдох и с выдохом потянулись животом вниз. И еще два раза. И последний раз. Выдох, потянулись вперед. Тянулись руками вперед, спина ровная, тянется живот вниз. И возвращаемся наверх, делаем вдох и выдох, ложимся на колени животом. Вдох, потянули, выровнялись наверху. А теперь опускаемся вниз на живот. Отталкиваемся руками от коврика на уровне груди и прогибаемся назад. Смотрим в потолок. Носки вытягиваем назад. И еще раз опустились вниз, оттолкнулись и прогнулись назад. Повторяем, опускаемся вниз и отталкиваемся от коврика, прогибаемся назад, носки вытягиваем. И еще раз. Оттолкнулись, посмотрели в потолок. Выдох. Опускаемся. Вы молодцы. А теперь снова садимся в центр коврика. Я благодарю вас за сегодняшнюю тренировку. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал.
и оставляйте в комментариях свои пожелания.